разбираться с вашими альтами и так далее. Олег так и не пришел. Я же тебе написал, что я тут. Да я пойму, у меня прямо закрыто, там, там знаешь, сколько мне людей пишет, это просто пиздец. Ну там 3, 2, 1 пул написал, я тебе написал, что я вернулся. Как бы я до начала как бы игру. Ну, говорю, во время я что-то пришел уже. Давай, пих. Аляр неплохой вопрос задал. В гичате. Отлично, полистаю гичат, подумаю. Я вопрос поищу, отвечу. Потом. Валера, потому что я перекидывал. Так, а куда тебе написать, что ты в пати взял? Дупо матрас уступал, да я вижу сейчас. При истории мы будем героями, сражавшимися за свободу и покой своего народа. Скрепите свои сердца, и ваши души высияют ярче тысячи зон. Завидев вас, враг отступит. Враг падет, когда свет праведности коснется его. Так. Будет клево, если вы его не сорвете сразу же, пока он еще подойдет к вам. Так, инспектора с суккубиком меняем. Клава, можно? Что ты хочешь на него собрать, расскажи мне. Кто-нибудь? Не, ну ты мне скажи, что ты на него хочешь забрать, и какие тебе боссы на него нужны. Ребрат, щит, кольцо. Нет и нет. Леди Шея. Корабли плащ. Ужасно. Леди Шея. Ну, на леди, да, наверное. Корабли кольцо, плай. Тоже, наверное, да.
Воля. Нахуй тебе напали, воля, блядь. После этого тебя вообще напало, как бы, нахуй. Ну, я так. Смотри. Пусть руки. Да проще сказать, какие боссы тебе не нужны. Джайми. Да, которую не пустит, потому что. Ну типа там же голый пал совсем. Все боссы. Ну я говорю, все боссы нужны. Вот сюда. Босс, еще один бесполезный персонаж. Рейд, по факту. Было бы что-то полезное, другое дело. Ну. Ты третий КД бесполезный персонаж идет в рейде, а Кокич ни разу не ходил в фулл рейд паладин. Это комбо-друга, который наносит урон, во-первых. Во-вторых, мне нахуй здесь не нужен ни холи пал, ни рейд. Вот вообще нахуй не нужен. Абсолютно. Ретрик есть два. Холипалов два. Ретрик, который два. Дайте кулак ханту. Блин, а сами бабс нет, блин. Кулак в ледяной короне. Типа я вот смотрел, ну, как у Таси вообще в рейде проходит. Она засовывает основ, они оффаются, заходят на твинков. Идут фулл рейд твинками. Перед закрытием рейда ливают винками, лутают ЕП на основ. У них и твинки быстро одеваются, блядь, и основы по приору не проседают. Зачем? Подождите, ну, пожалуйста, погоди. Дай шкаф. Шкаф важно. Зачем шкаф, если инспектор в рейде возле нас отдает лифт входа? А-а-а. Инспектор, Даларан. Как только до самого нет всех. Так все равно человек. Thank you.
Хорош. Финос для роли. Я под текстурами. Потому, что наделены особым знанием. Вы понимаете, что на мир пало проклятие слепоты. Вам удалось сквозь пелену лжи разглядеть источник истинной силы. Слишком далеко. Стоп, Паша, дай мне здесь саппорт. Задумайтесь над нелепостью их строить. Обмен кинь. Кожа, мускулы, кровь, что пульсирует в жилах. Все это говорит о вашем несовершенстве, вашей слабости. Чем раньше вы осознаете собственную ущербность, тем скорее выберете иной. Или заходи на лед. Да опять получилось, Лёва. Шкаф сам себя не поставит.
Я все на пол. Третий танк. Третий танк. Да, я угадаю, наверное, в космо. Космо ловит первый, на хулы первый в него. Банка на трэше. Космос войдом слева поступаться скала. Сникки отошел, но я думаю, мы это переживем. Поехали. Отлично, весь Адов, слили Адов все. Абсолютно все Адов. Мурлок, ты тоже. И Серега. Лешин тот кидает, ничего? У нас 3 секунды ДМК. Адов должен быть счастлив. Контроль. Сильно не бьем ее сейчас. МК пройдет, переводим. Перевод на пулы пошли. Довольно. Пришла пора взять все в свои руки. Надо долить, который на баслопате висит. Мелики ушли в других адов. Рога остается на пуле и на сбитие костов. Духи. МК. Контроль. Лока, переконтрольте. Исправ. Иннер в полироле или баф ему. Контроль. Полезный реестр шамана, где диспел, блять? Хоть один. Хуй его знает, да, где? Не агрить пока, или Алиса. Подходите, пока боя нет.
И Велерина тоже, бесполезный. Все, диспелил одно бревно, блядь, и сники. Всегда могу диспелить. Финмас взорвал Олика, но почему-то в Фениксе есть. Я не убил никого, блядь. Ага, кроме Полика. Там просто как-то непонятно получилось. У меня показывает, что я два раза получил по 25 тонн мщения. У меня два раза духом взорвали, но Финмас добил, грубо говоря. А, точнее, меня стрела добила. Тебя добил залп ледяных стрел. Вспышка мщения, это по тебе въебанул дух. Тень, вспышка мщения. То есть ты своего духа словил на 25? Не, там два раза духа по 25 один тонн. Один раз ты словил духа. Сейчас, погоди, стой, да я покажу тебе это. И ты словил на 25 и на 16 ты словил он. Все, ты сдох. Первого духа-то не тот. Сейчас. Как жизнь? Дедлифт. А, вот уже поставили. Тебя стрелой добило. Пол хп, блядь, стрелой уебал 15 капель. Первый раз ты пережил, я смотрю, а второй нет. Вот, нет, первый раз кто-то мщение. Стрела, потом 12, он еще мщение, а потом стрелой убило сразу же. Первый раз тебя успели поднять, второй да, нет. Да. Ну, не повезло. Но я вроде как духов не ловил. А кто второго взорвал? Ты видишь, Полик, там же по времени показано, 48-29 секунд, а через 30 секунд у тебя вторая вспышка. Не, я в смысле духа не ловил, возле меня не было. Не ты, тебя. Паш, дашь магом платить? Вспышка и склеился. Теперь тишину создали, что? Дашь платье магу, или я тебя неправильно понял? Платье магу? Ну, плюсуй куда-нибудь. Да я тебе в личку плюсовал, проморозил. Спасибо. Так. Нужно еще один вагон сыпануть с собой, по-моему. Или нет, сейчас подожди. Присамоньте мага поставить в шкаф. Я не знаю, Тём, там очень странная хуйня, потому что урона по тебе от Финмаса я не вижу. Ну, это хрен его знает. Что-то дух рядом взорвался и сразу стрелы пролетели. Но духов возле нас не было. Три секунды между взрывом. Одного ты поймал, который был в текстах. Дух, возможно, в тексты ушел, и ты своего поймал. Ну вот, визуальных духов возле меня вообще не было. Ну хрен. Короче, ощипывать сову получается не за что. Ну так-то да. Это надо администраторов щипать.
Ну почему же он убил, убил? Ну так-то духа, которого не видно. Не он убил его, вот в чем дело. Фаталити написала, что Финмас его убил, а по факту там не Финмас его убил. Феникс и Финмас не поймал ни одного по Фениксу вообще, ада, духа. И в информации о смерти по Полику почему-то именно поликовский дух показывает. А Феникс я ловил? Нет. То есть там вообще как бы, вот, я открываю Феникс, смотрю, там вообще нет ни одного пойманного духа. То есть это вот какое-то текстурное говно получается. Че, мы на скеле ни одного духа не поймали? О. Один точный был, рядом со мной. Ой, Вась, лучше бы мы РС первого раза прошли. Опять когда ждать одно. Либо вы нахрен челики все шутка не давали, по-моему. Пиха.